Ну что же, мы готовы, загрузили все в тачку. Владимир Владимир. Проверили масла, жидкость. Команда Автотюн Рейсинг совместно с Redliner выезжает в Ростов на трек Эврейс Парк. Полный багажник. Что-то тут оторвали, походу, уже. Что-то сломали, наверное, не знаю, важно это или нет. Костик, что там? Силы есть, настрой есть. Оторвали. Надеемся. Сейчас разбираемся, но главное, что настрой есть, все будет нормально. В общем, не знаю, как я буду вот здесь помещаться. Ну, каким-то образом. Надеюсь. А, ничего не видно. Я могу. Костик-то нормально устроился. Ну, блядь, я бы тебе не сказал, что прям хорошо. Не, ну как бы ехать можно. Ну что, товарищи, мы выехали наконец-то. Пиздец, блядь. Ростов, жди нас. Как будто переезжаем. Вот, да, полная машина всего. Мы настроены. Резину взяли под все условия. Настроены на победу. Ну хотя бы на какое-нибудь там место на тумбочке, да? Главное, что масло долили. Блять, а вы долили его? Масло долили. Не, ну машину с сервака забрали, там точно все. Все, долили или поменяли? Поменяли. Поменяли и долили. А ты с собой взял, что доливать? Доливка не взял, это же Субару. Все, следующее включение будет по пути. Ну что, у нас экстренное включение, мы почти в Ростове. У нас тут есть один пострадавший в пути. Не будем показывать область. Подмочил репутацию. Область, да, и открывайте секрет. Вовка не сдержался, подмочил репутацию. Так скажем, подмочили Димону репутацию, не без этого, конечно. До Ростова 30 километров, или 35, ну что-то типа того. Вот. Сколько там время тоже? Почти 2? Ну, осталось ехать 40 минут, так что... Ну вот, собственно, мы три прибыли, целые, невредимые. Тачка в порядке, мы тоже в порядке. 3 часа ночи, заселяемся и идем отдыхать. Вот такой, кстати, отель у нас охеренный. Рио. Сейчас пойдем в басик. В басик сейчас. Костик намутит бухлича. Костик нам взял... Димон намутит телочек и пойдем тусить в басик. Зеленик намутил нам басик охуенный. С уличным бассейном. Нормально. Басик там типа здесь. Весь движ. Басик. Где-то здесь. Все, короче. Завтрак. Вообще давай. Команда. Приятного аппетита. У нас завтрак. Собираемся, там уже идет регистрация, мы все, наверное, уже катаем стандартники. Вовчик встал в 9.20. А нам еще две колодочки не дают. Автоспорт в опасности. Хорошо. Мы в Ростове. До трека мы не доехали. Оттуда ехали до замечательного курорта по Субару. Спасибо ребятам местным. Привет, привет. Сейчас меняем колодочки и едем на трек. Надеюсь, что успеем еще. Ростов, автодром развития, встречай нас, тайм-атак. Наши друзья из Ростова, Иван, да. Ян, Краснодар, с тобой все понятно. Ваня уже занял первое место, похвастайся, Ваня красавчик, да. А вот так выглядит награждная тумба, надеюсь, Димон хотя бы рядом постоит здесь. Я могу прямо сейчас, если хочешь. Давай, чувак. И поехали домой. Давай по-быстрому сделай это. Пап, все? Как обещал, без происшествий быть. Все, я возвращаюсь. Что скажете? Непонятно. Ну что, Димон, как ощущения первые от трека?
трек ничего, а вот с колодками беда. Ну, запах чувствуется, да? Ну, прикатывает, наверное, больше. Как говорится, с Богом. Поедем, посмотрим, что там за автодром развития, что нам предлагает за конфигурацию. Время 45,6. Это две попытки ты проехал, еще одна осталась. Красавчик. Из 45 сегодня надо выходить. Да, надо. Сколько попыток проехал? Одну. Зачетное? Какое лучшее время? Какое у меня лучшее время? 44,8. 44,8. Выход будет из 44? Будет выход из 44.